Пленные говорят: мы не боимся, ведь русским сдаемся. Думаем, в беде нас не оставите. Держим, держим руки. Этот батальон уже сдавался в Керчи во время русской весны в Крыму. Его тогда бросило командование. Из Киева просто приказывали держаться. И вот морпехов опять оставили умирать. Теперь в окружении на Азовстали. Почему приняли решение выйти? Не хотим жертв кровопролития. Надоело смотреть, как люди умирают. Около 40 человек прибыло. Сейчас нужно быстро их досмотреть, отдать бронежилет и каски в руки, для того, чтобы не волочь это все, и отправить в тыл. Там уже ждет эвакуационная система, которая с ними будет работать. Теперь налево. А утром из Азовстали пешком вышли 160 человек одновременно. Нам, репортерам, стало не по себе. Спецназовцев было в 5 раз меньше. Ну, парни-морпехи выходят уже. Я уже забыл считать. 5-я группа. Вот. Но эти ребята пешком вышли. Александр Бессмертный выводил группы одну за другой. Ты уже 5-й раз уже сдаешься.